сих пор остался в своей зоне за Еременко. Выводит он ее шайбу в нейтральную зону. Воронин здесь уходит от Старкова, делает передачу, обратный пас и гол! Шикарная комбинация минского «Динамо» заканчивается голом Кирилла Воронина, 4-2. Я скажу, Тедденбю, конечно, в касание вернул по ежов клюшку сломать. Ну. Так вот, ладно, засмотрелся я на Ежова. С ним ехал Старков. А Старков? Он Старкова от шайбы оттеснил вот здесь корпусом. Ну так до конца же надо было работать. Но там, а там уже Старков, видите, он проиграл ногами Кириллу Воронину. Он вроде бы как, знаете...